проснулись за 3 минуты, наверное, до того, что как могли все там остаться. Вот это все родственники, все спрашивают, как. Я сама не знаю, как. Надежда до сих пор не может прийти в себя. Все случилось после полуночи, как в фильмах-катастрофах. Семью разбудил сильный шум, будто на улице бушевал ураган. Стена второго этажа уже была полностью коричневой, рассказывает Надежда. В голове мелькнула мысль скорее вывести детей. К слову, младшему совсем недавно исполнился год. Затем забежали за документами. Последнее, что вот в этом помню, что уже выбегала, уже крыша начала валиться. И буквально вот через, 5 минут уже второго этажа не было вообще. В этот дом они въехали 4 года назад. Брали его в ипотеку. Выплатить предстоит еще крупную сумму. Спустя сутки после пожара Надежда едва сдерживает слезы, обходя некогда уютное помещение. Будем стараться все сделать, как и было раньше. На пару дней семью приютила сестра Надежды, а сегодня, как нам стало известно, они уже сняли квартиру в Заринске. Деток полностью одели, и неравнодушные откликнулись практически сразу. Много очень вчера было звонков. Всем огромное спасибо, что мир не без добрых людей. Больше я не знаю, что в этой ситуации можно сказать. Когда мы снимали материал, Надежда совсем не просила о помощи. Но семья, она необходима. Женщина сейчас в декретном отпуске, муж временно оказался без работы. А ведь нужно платить за съемное жилье, а в перспективе восстанавливать дом. На экране сейчас телефон Надежды. Если кто-то готов помочь стройматериалами или деньгами, звоните. Несмотря на то, что все остались живы, материально, да и морально, этим людям сейчас очень тяжело. Держаться сейчас друг за друга. И снова, идти дальше. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком.